Пострадавшие от пожара семье, проживающей на проспекте Октябрьской революции, выплатят 200 тысяч рублей в качестве материальной помощи. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания правительства Севастополя. Возгорание в многоэтажном доме произошло 20 апреля. В квартире проживало 8 человек, среди которых 4 ребенка. Предоставить такую помощь в размере 25 тысяч рублей на каждого члена семьи. Предлагается уполномочить Департамент труда и социальной защиты населения разработать и утвердить порядок выплаты указанной единовременной материальной помощи, ну и обеспечить эту выплату в кратчайшие сроки. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести данную процедуру как можно быстрее. Коллеги, предлагается поддержать. И сегодня-то надо выплату сделать, чтобы максимально быстро там ремонт можно было провести.